Рождество Христово – праздник увенчания всех добродетелей, источник и корень всех благ наших. Праздник, которым небо отверсто, дух ниспослан, преграда уничтожен. Святитель Иоанн Златоуст. Святым называется тот, кто чист от зла и грехов. Преподобный Антоний Великий. Страх Божий не мучает, а отрезвляет. И хотя все естество потрясает, но приятно и сладостно потрясает. Святитель Феофан Затворник.